я нашел самые длинные круглые тоннели в Майнкрафте! Привет! Я повар-обезьяна! Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды! 1, 2, 3! Эти тоннели реально гигантских размеров и самые-самые длиннющие! Всем привет, ребят! С вами я, Зомбак! Сегодня посмотрим на самые огромные и разнообразные тоннели в Майнкрафте! Смотрите, здесь у нас вот такой мега-гигантский портальный тоннель с фиолетовым радужным другом. Здесь алмазный, с Соником, изумрудный тоннель. Тоннель с порталом от миньона-зомби. Желтый вот такой вот, это из чистого золота, но уже поменьше. Тоннель от ужасной утки. И маршал Экзис со своим ТНТ-порталом в тоннеле. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, какой же из этих тоннелей будет самым интересным. Я предлагаю пойти, наверное, к Сонику. Он самый добрый персонаж. И здесь мы можем накопать алмазов. Это будет круто. Ну что ж, погнали, друзья, побежали! Так, ребята! Сынулину! Котик, привет! Ребят, здесь Абунга, гигантский Абунга! Так, подождите-ка, а где же Влада 4? Куда они его дели? Ладно, мы его обязательно найдем, только справимся с Абунгой! Сына, давай спускайся оттуда! Нет, пап, мне тут хорошо! Ну ладно, ладно, сиди там, сейчас я только с Абунгой справлюсь. Так, что у тебя здесь такое? Это что за бур-машина? Да, это тебе поможет! Я там внизу посмотрел, ой, там не пройти. В смысле не пройти? Ладно, давайте, ребята, спустимся вниз, посмотрим. Ладно, сынуля, тогда можешь через портал убегать обратно. Так, а мы должны найти Влада 4. Ё-моё, сколько тут монстров разных. Так, получайте, давайте. Ребят, тыкните лайк, прямо сейчас мы должны спасти Влада. Пам, получай. Отлично. Давайте справимся с этими хаги-ваги-паучками. Так, еще немножко, еще чуть-чуть, давай-давай. Ну, тебе получай. Отлично, друзья, справились. Так, идем дальше. Что? Какой гигантский фиолетовый. Прикольно, прикольно, смотрите. Так, диджей, здорово, дружище. Сейчас я тут вас всех пройду испытания и найду Влада. Это не составит для меня труда. Это что такое? А, вот для чего мне бур, я могу вот так вот бам, все разломать. Спускаемся вниз, ребяточки, тут еще и какая-то разноцветная радужная яма. А, здесь у нас кролик Бонза. Кстати, ты же в другом должен быть портале, ты что тут делаешь? А, лава мейс, ребят, лавовый лабиринт, окей, это что, лава? А что, она мне урон не наносит? Окей, будем осторожнее, ребят. Давайте ломать стекло и проходить дальше. Пам! Получайте! Аманкас и кролик Бонза. Давай. Ух, там, ребят, еще много монстров. Так, давай, 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 давай. Отлично. Нам нужно найти Влада 4. Где-то они его спрятали. Ага. Это что такое? Радужная лава? Вы хотели меня в ловушку скинуть, да? В ловушку хотели меня поймать, но ничего. Так, Анжела, я до тебя доберусь. Здесь у меня либо налево пойти, либо направо. Давайте налево пойдем, посмотрим. Так, о, Влад А4, здорово, дружище. Сейчас я тебя спасу, только вот с этой Анжелой подерусь. Привет, Влад. О, здорово, наконец-то ты меня нашел. Да, наконец-то. А что у тебя в сундуке? 1 плюс 2. Ребят, напишите в комментариях самый легкий пример. Я думаю, что все знают ответ. 1 плюс 2. 1 плюс 2 будет 3. О, рычаг. Не знаю, зачем он мне, но он, наверное, понадобится. Влад, пойдем со мной? Ну, давай, погнали. Пошли, пошли со мной. Будешь помогать мне сражаться с этими монстрами, представляешь? Кстати, когда новое видео? Уже завтра. Мы сняли крутой челлендж с Глентом. Ох, вам всем понравится. О, это крутяк, я люблю твои ролики. Ребят, а вы любите смотреть Влада 4? Напишите в комментариях. Так, сейчас я сломаю здесь стенку. Ой, я немножко не так, походу, сломал. Вот так правильно. Пойдем, Влад, нам нужно тут справляться с монстрами. Здесь Монти и алфавит Лор, буква F. Так, а, вы оба в ловушку попали, ха-ха-ха. Здесь у них, ребят, ловушка с шипами. Здорово, Красный. Так, давайте повернем вот в эту сторону, посмотрим, что здесь. Здорово, Анжела, ребята! Здесь, получается, все персонажи из порталов, это очень классно. Анжела, привет! А, привет! Привет, привет, пойдем с нами тоже.
Давай мы тебя тоже спасем, как и Влада 4. Так, а здесь у нас ловушка. А стекла-то у меня нет, чтобы... чтобы мы дальше перебрались, ребят. Как мы дальше переберемся? Ладно, Влад и Анжела, давайте вы останетесь здесь, а я пойду дальше, хорошо? Окей, ладно, давай, удачи тебе, зомбак. Все, давайте, пока. А я пойду вот туда, в ту сторону. Бам, получай, получай, красный. Тихо, тихо, в ловушку меня не скинь. Так, у меня заканчиваются патроны, это очень плохо. Но у меня есть еще вот такая пушка-винтовка. Я могу прицелиться и по... А, стоп, здесь у нас... здесь у нас тоже стекло. И вот так пострелять, пам-пам-пам. Можно с винтовочки прицеливаться. Отлично. Давайте мы, ребят, перезарядимся. Здесь у нас Fancy Lever. Найди рычаг. А, так я его нашел уже. Я нашел рычаг, куда ставить. Все, отлично, мы открываем дверь, друзья, прикольно. Выходим. А, ё-моё, гигантская ужасная утка и сиреноголовые, которые бегут за мной. Закрываем быстрее гараж. Влад, А4, Анжела, бегите, бегите подальше. Ладно, давайте мы выйдем с той стороны и закроемся, ну, по ту сторону, чтобы они не пробрались сюда к Владу и Анжеле, хорошо? Я думаю, что так будет правильно. Так, открываем. И закрываем, все, Влад 4 в безопасности, Анжела тоже, так что до них не доберутся, а вот про себя я такое сказать не могу, ха-ха, сиреноголовые повсюду, они меня окружают, тихо-тихо-тихо, ладно, мечом будем с ними сражаться, мечом-мечом, ребяточки, сейчас я их раскидаю, так, одного, второго, давай, отстаньте от меня, да что ж с вами так сложно-то, так, вот там еще один, давайте его тоже победим, отлично, давай, все, найс. Так, уточка, здорово, как у тебя дела? Ням-ням-ням-ням! Бежим, бежим, ребяточки! Берем пулеметы! Па-па-па-па-па-пам! Давай ты вот там останься! Так, ужасная утка, реально огромная! Смотрите, какие у нее длиннющие лапы, руки! Просто огромнейшая уточка! Она хочет, наверное, меня скушать. Но мы это, конечно, сделать не дадим. Все, погнали в портал! Так, ой, это еще не конец, я думал, вернусь обратно! Ребята, синий качок, радужный друг, что здесь происходит вообще? Здесь какое-то болото с зубастиками. Здорово, ребяточки, привет. Так, ладно, давайте возьмем кирку. Здесь вот мне говорят, кирку возьмите. И попробуем с ними всеми посражаться. Сейчас я пулемет свой только перезаряжу. Так, отлично, все, можем идти. Дубасить килевели синих сиреноголовых. Нате, получите, получите, монстры. Так, отлично. Так, ты, зубастик, давай, поплавай в болоте. Вот такой вот океанчик у тебя. Так, ай-яй-яй-яй, я в воду упала, она немножечко... Фу, воняет тут реально тростник и какой-то... ой, болото какое-то реально устроили тут. Так, на тебе, получай, килевили. Ты тоже синий сиреноголовый. Осталось только вот этого последнего победить. Отлично. Леди Баг, привет! Так, у меня есть кирка, а есть вот такая штука. Я могу и ей сломать. Опа, вот это круто. Привет, Леди Баг. О, привет, зомбак. Ты меня пришел спасти? Да, конечно. Давай, пойдем со мной. Забираем рычажок. Побежали, побежали со мной. Ай да, ребяточки, здесь надо было как раз-таки найти рычаг. И мы его ставим сюда. Открываем дверь. И это еще тоже не все. Леди Баг. Останься лучше здесь, там я вижу очень много испытаний, мне проще будет одному пройти. Так, что это у нас? Бокси-бо! А, ё-моё, Бен Экзи, трёхголовый! Ладно, так, сейчас мы с ними со всеми справимся. Для начала давайте победим вот этих вот фиолетовых радужных друзей. Их тут очень, что-то много развелось. Так, ну-ка, давай-давай, получай-получай. Ай, какие вы сильные, а. Так, все, погнали, короче, вот в эти комнаты. Я беру бурмашину и бабахаю. Здорово, Бен Экзи. Ух, это что у тебя тут какое-то красивое оформленница сделал. Так, давай мы тебя замутузим, получай. Ну, ты довольно легкий был. Это, ребят, наверное, комнаты боссов. То есть в Майнкрафте есть вот такие 4 босса. Смотрите, миньон-качок, Бен Экзи гигантский, домоголовый и... Бокси-бу. Сейчас мы с ними со всеми сразимся и всех победим. У тебя тут кроватей много. Ты спать собрался, Бокси-бу? Давай-давай, иди сюда. О, кстати, здесь можно сделать паркур. Ага, еще попробуй на него запрыгни. Из меня паркурист так себе. Так, давайте идем в следующую комнату. Здесь у нас миньон-качок. И у него тут довольно-таки красиво. Здорово, миньончик, привет!
Опа! А, это еще ковбой миньон, он огромный, с большущими руками, сейчас замутузит меня. Тихо, быстрее, меч, берем меч. Какой он сильный, я убегаю, ребята, я с ним не справился, он смотался сюда. Леди Баг, беги быстрее, срочно. О, он не может сюда пролезть, здесь слишком большой проход. Вот, точнее маленький, а он огромный. Эй, ты, качок, вылезай давай наружу. Ха, все, мы его победили, друзья. Фу, это было сложно. Так, что это здесь? Я могу отсюда пройти? Здорово! Опа, домоголовый, здорово! Здесь уже продумано, чтобы я... чтобы ты не выбежал, да? Получай давай! Получай, домоголовый, на тебе! Отлично! Ух, как тут прикольно! Все, ладно, идем дальше, друзья. Здесь еще... О, портал, друзья, я нашел портал! Я надеюсь, он вернет нас домой. Так, все, берем пушечки. Пи-п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 и
поставьте лайк, подпишитесь, давайте. Я с ним справлюсь. Так, отлично. Все, ставлю блоки и прыгаю в портал. Так, ребяточки, возвращаемся обратно из этих гигантских тоннелей. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если так, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал обязательно. С вами был Зомбак, всем удачи, пока-пока. И снова привет. Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью. Ха-ха-ха.